Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Black from Phoenix, мы продолжаем играть в игру Wolfenstein The New Order, это пятая часть. Ночной поезд, пункт назначения Берлин, Германия. В поезде идет робот. Ну, как бы, окей. Окей. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ты кто такая? Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Ну и чё? Ну да-да-да, чё там штурбер-хуюрбер, я понял. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Да, сейчас кончу. Dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test. Aber antworten Sie ehrlich. Что за хрень? Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen. Что, нас палит сейчас? Gut. Lasst uns anfangen. Да, ну ладно, окей. Sehen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ну, глаза как бы круче. Ach so. Und jetzt sehen Sie das Foto. Das in ihnen Glücksgefühle auslöst. Я не знаю, я сейчас спалюсь нахуй. Че ты смотришь, блядь, шалава? Не смотри на меня так! Блядь, она смотрит. Ну, цветочек. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Да чё ты приебалась, ты баба ебаная? Я твою жопу трах. Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ну, надо нам обмануть. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Что это было, я не понял. Что ты творила? Но сиськи так не очень, да? Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin.
Я уж обосрался. Хотя, если бы я выбрал череп, я бы тоже умер. Наверное. Любопытно, что сейчас будет? Мы же поезд будем бомбить, наверное. Куда поставить? Так, на сайте. Так, давай поговорим. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? О, прикольно. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem. Suffering. Ну, ребят, там ничего не видно, поэтому это... Сосите нахуй со своими правами. Ой, простите, то есть тут ничего не видно, поэтому... Даже они как-то странно вот это делают. Как-то медленно. Ну ладно. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. Then they drive them back to Eisenfeld prison. Okay. Still alive. Something's happening. Какая жопа. Transport arriving. Come quickly. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenfeld prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. Ну чё же, понеслась моча по трубам. Нихера себе у них рейх. Это рейх? Рейхстаг, нихера. Так. Паркур! Ура! У меня один нож. Лазерный резак. Что он делает? Кого он режет? Ладно. Ой, бля, я обосрался. А, я понял. Но это вот этот геймплей, он вообще божественный, я не знаю. Что сказать? Как нам тут пройти удобно? Давайте тут. Фак, блядь. Ну, все, я в жопе. Все, я проебал. Наверное, да.
Ну, придется последняя контрольная точка, потому что я проебал. Меня не хватило этого. Батареи. Угу. Расшифровывание кода Enigma сможет открыть доступ к дополнительным режимам игры. Код персонажа из Доты. Оригинальный. Да, все-таки рестарт красивый. Прикольный Берлин, мне нравится. И рестарт такой просто огромный, как нихер делать. Речардж надо. Где я тебе речардж найду? Че за говно? Да ёшкин кошкин. Опять я не успел. Или успел? Опа. Нормальная дыра. Труд отличает человека от обезьян. Да, мы знаем. Иди сюда, тут я тебя зарежу. Иди сюда. Так, какое-то говно собирать не будем. Ой, блядь, идиот. Так, это я видел. Так, вот они из лечебницы выводят их. Может, мы Assassin's Creed играем только в будущем. Немножко в будущем. Так, мы идем за ними. Вы видели, что он творит? Взял нож, перекинул. Так, сейчас касценка будет эпичная. Still,
people. Concrete for miles. I wonder if there's anything in this world worth saving. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. Вот именно. Ясно. Так, мы в какой-то тюрьме. Нацистский нож. Пойдемте на крышу. Еще наверх. Мы в тюрьме Альзенвальд. Готов, птенчик. Можно их заряжать так? Прикольно. Фишка с цепями прикольная, конечно. Не знаю, зачем мне патроны. Мать твоя женщина. Черт возьми. Что делать? А, сюда. Наверное. Да фак, не сюда даже. А, точняк. Мне кажется, я тебе конец. Изи.
Вообще там тут слепые работают, что ли? Так, сейчас он там заметит, наверное. Идет ко мне. Сейчас мы-то тут его и накроем. Он такой. Мы так на ему. Понял? Так, закрыто. Так, проходим вниз. Нихера себе, я обосрался, конечно. Короче, нас сожрали, я так понял. Я немного там А, надо было внизу это выламывать. Ясен. Ясен, точен. Сейчас мы так и сделаем, собственно говоря. У меня стул трещит, я еще не дома. Жалко, что не дома. Я, конечно, пересрался этой собаке. Давай. Готов. Всякие собаки тут ходят. Металлические. Тоже мне. Пока. Фу! Фу, не хотел бы я такой смертью умереть. Такой ленивой охраны еще свет не увидал. Да, охрана просто от бога. А че я круги делаю? Надо же эти квадраты можно делать. Как в демке была. Да, конечно, охрана тут очень ленивая. А, нам найти ключ. Я знаю, где ключ. Да. Я бы сразу же заметил, конечно. А, он спит! Ну, кажется, он уже мертв. Мне так кажется. Хотя, ладно, давайте еще немного. Чтоб на всякий случай ты сдох, а? Вот теперь точно сдох. Ну все. И тебя тоже мы грохнем. Убедимся, что ты мертв. Гад подлый. Понял? И ты тоже мертв.
Оба погибли на работе. Так и будет в протоколе сказано, если что. Так. Так, тут мы этого зарезали же. Да, вот он валяется. И мы тебя тоже кромсаем. Чтоб прям нашли тебя и сказали, мертв до потери сознания. Тут тебя изуродовали прям. Давай. А куда нам тут идти? Тут ходят дядьки какие-то странные. Их боюсь. Я тебе... Но... Ой, тупой. Видели, как я его с прыжка критом? Так, этого тоже изуродуем к херам. Да, охранники тут тупые. Ой, мать твоя! Бежим, 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 бежим. Быстрей! Давай, давай. Так, тюремный блок Б. А ты чё? А я думал, чё он стоит? Он, оказывается, умирать не хочет, да? Не хочешь, да, блядь? Умирать. А я хочу, чтобы ты умер. Так, тут ничего нельзя сделать. Поедем наверх, что же? Генерал Вильгельмштрассе. Свободу в смысле, то есть, ну, сдохнуться, да? Так. Вот и все. О, мы нашли этого Фергюса. Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Fergus. Well then, let's square on out of here, kill every damn Nazi that gets in our way.
Through that door. Так, а что придумать-то? Чтобы нас не убили. Сейчас подзарядку сделаю. Так, сейчас мы попробуем. Ну, собственно, тут по графонисти, чем мы видели тогда. Я их сейчас обойду, парни. Так, набираем броню. Пора к нашим. А, всех перебили тут. Видимо, вдвоем остались, да? Ну, я так и думал. Пошли. Давай. Я успел прокатиться. Наверное, для тупых он поставил, вдруг некоторые не успеют. Взяли в тюрьму, пробрались с ним. Я так понял, тут сейчас собака будет как враг главный. Вот это огромная собачонка. Ну да, смотри в стену дальше. Вон она бегает, видели? Тупая собака. А где рубильник-то? Куда дуть-то? Дуй к рубильнику. К какому рубильнику, блять? А вот рубильник. Мать твоя! А, мы тут были, слушайте. Like,
И тут я был, я помню. А, вот, я ее вырезал. Ой, блядь. Через текстурки опять. Ладно, автомат так автомат. Нацистские трусы. Эпичненько так их мочим пока. Ну, вроде всех замочили. А вот еще. Да, очень сглупил. Вот тупые, а. Так, нас мочат до сих пор. Ой! Это что-то нас быстро больно грохнули. Что-то он какой-то мощный там. Сидит большой пацан. Это Джиггернаут вышел или Джиггернаут это другие? Хотя ладно, мне кажется, тут все Джиггернауты. Сколько времени у нас? 146. Сейчас миссия должна закончиться, поэтому давайте допройдем. Комбо! И тебя убьем. Что-то я его почти не пробиваю, что ли? Еще мертвый? Ладно. Что дальше делать-то? Опа. Это кто был? А, вон. Еще один такой же. Может попробовать гранату кинуть? Что-то он взорвался, да? Иду. Мне кажется, ли оттуда сейчас собака выбежит. Ладно, показалось. Сейчас просто их будем выносить, чтобы насмерть. Так, тихо. Пока чисто. О, аптечка. Ну вас нахуй. Ой, блядь, убили. С какой-то стороны не видел. Да. Жаль. Так, еще раз сейчас попробуем. Сейчас уже надо выпуск заканчивать, он у нас 30 минут уже идет где-то. Сейчас должны допройти и закончить, собственно говоря.
Или я просто сейчас моменты буду вырезать. Тупо. Скучные. Вот эти херни, они меня бесят. Дай пройти. Сколько у меня еще грен? Одна? Нет, две. Отлично. Да, 12 хп. Очень много. На самом деле. Да, я тебя не видел. Ой, блядь, вот тебя я точно не видел. Так, пойдемте. Мертвые трупики лежат. Опять он меня чуть не прикончил. Так, тихо, я хочу дробаш опять. Нет, тут ничего. Аптечка есть. Окей. О, я тут был. Так, ладно, давайте возьмем уже автомат и по-нормальному их постреляем. Ой, не-не-не-не, это автомат. Немного спудал. Ай, пошел ты нах. Так, взяли. Все-все-все, погнали. Нихера ж себе. Погнали! Да, устроили побег в самом Берлине. Очень весело. Ну ладно. Финальная касцена, походу. Да, касцена, и на этом закончим. You know Ну что ж, на этом, дорогие друзья, я с вами заканчиваю. На с вами был я, Блэкс, и всем удачи, всем пока, берегите. Пока-пока. Fresh air than that damn prison. Right, you be on the alert now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. You in position?
Now, go, go, go! As long as we stay in this here mist, no one will see us. Right, this is the second part. We're jumping. Don't hesitate, just do it. As soon as you hit the water, you're gonna hold your breath and swim after me. Whatever you do, stay under the water. You break the surface, we're all dead. There are Nazis fucking everywhere. Now don't think about it. Just jump!